Новые камеры фиксируют превышение скорости, нарушение правил расположения на проезжей части, выезд на встречку, непредоставление преимущества в движении пешеходам, нарушение правил пользования фарами и нарушение правил применения ремней безопасности. Кстати, происходит это даже в ночное время, благодаря инфракрасным датчикам. Как показывает статистика аварийности, с начала текущего года зарегистрировано 829 дорожно-транспортных происшествий, в которых 108 человек погибли и 1117 получили ранения. При этом зарегистрировано более 1000 правонарушений, которые стали основной причиной автоаварий или сопутствовали совершению данных происшествий. В течение ноября в эксплуатацию введут еще 30 камер. Они будут располагаться на областных федеральных дорогах и в населенных пунктах.